Идем в летний курятник смотреть бой молодых кур. То есть мамы молодой, клушки и старых куриц. Вот. Вот площадка, куда я высыпал раков и прочие отходы нашего стола. И вот что происходит. Я выдвинул решетку, освободив такой проход для кур. Вот они. Курица клуша своими тенцами выходила, вот выходила сюда, драла здесь кур. А сейчас они обратно зашли. И курицы извне проникли внутрь. Молодые птенчики месячного возраста. Что-то не очень. Давай, иди. Иди. Они прошли к себе и достигли гнезда. Угу. А в гнезде находится и мама, и птенец предыдущего поколения. Сейчас спрятался, его сейчас не видно. Где он? Вон он, белый. Вот он там греет маму, греется сам. И птенчики под перышками мамы. Вот получил птенец. Варенец. Давай еще его тюкни. А лучше не тюкай, пусть он спит с тобой. Хорошо. Вот. Здесь у нас брудеры, функциональность которых я еще покажу в следующих роликах. Полностью оборудованные светом, оборудованные обогревателями и оборудованные датчиками, термодатчиками. А также оборудованной поилкой, системой поения. Ну что, показать один? Ну, пожалуйста. Вот система. Здесь лучше светик. Здесь свет. Вот это керамический обогреватель. Это обычная светодиодная лампа. И вот подача воды к ниппельным поилкам. Сетка здесь внутри сантиметр на сантиметр. Или 0,8 на 0,8, точно не помню. Вот кормушка бункерная. Все-таки задвину эту прорезь, проход сдвигание вот этой
решетки влево. И закреплю ее. Все. Дабы избежать выхода взрослых кур через вот этот тамбур, через вот этот проход. Здесь вот у них ход есть на улице. Сейчас покажу. Ой, этот цвет не выключил. На улице. На улице через этот. Выключу. Сейчас покажу. Вот взрослые куры сидят здесь. Спят. Вот петух. Петушок, золотой гребешок, да, покоцай меня, о, еще покоцай, петушок, да ладно, пить, успокойся, успокойся ты, я ж тебя пока не на суп отправляю, просто глажу, у тебя там наверняка есть бошки. Хотя я вас обрабатываю серными шашками. Ну ладно, все, выключаю свет этим выключателем.